открывается инновационный хоккейный центр на базе ледовой арены «Айс Веда». Ваши аплодисменты! Давайте поставим друг друга. Такой современный хоккейный центр в нашей республике ждали очень долго. 84 спортсмена спортивной школы Олимпийского резерва вынуждены были проводить все занятия на пустой ледовой арене. Теперь же у детей есть современные тренажеры, и тренировки станут куда эффективнее. Приобрели их за 25 миллионов рублей. Средства выделили из федерального бюджета. Там существует, вы видели, бросковая зона, то есть спортсмен под нагрузкой, занимаясь на ледовой дорожке, получив нагрузку, выполняет броски на точность. То есть там задается программа, например, попасть в правый, левый угол и так далее. Также там существует у нас тренажер передачи пас. Помимо отработки бросков и передач, юные хоккеисты будут оттачивать мастерство на синтетическом льду. Он нужен для доведения контроля над шайбой практически до автоматизма. Одним из самых сложных и интересных тренажеров нового хоккейного центра является ледовая дорожка. Она полностью позволяет имитировать скольжение на льду. Ситуацию осложняет и то, что при этом хоккеисту еще нужно попасть с шайбой по воротам. Появилась у хоккейного центра и новая ледозаливочная машина. Тренера отмечают, теперь у ребят есть все необходимые условия для оттачивания мастерства и достижения высоких результатов. Открытие хоккейного центра в таком открытом, тем более катке, тем более, что именно впервые у нас было открыто отделение хоккея, это официально, это не просто где-то там любительская команда. То есть мы благодаря именно этому и хоккейному центру, я думаю, что профессионализм наших спортсменов будет только возрастать. Открытие завершилось ярким товарищеским матчем хоккеистов Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Бурятии. Андрей Слепнев, Даниил Дурхисанов. Новости дня.